Молодой кинорежиссер Глеб Панфилов увидел свою будущую музу и спутницу всей жизни Инну Чурикову совершенно случайно. По телевизору показывали спектакль с ее участием, и он тут же влюбился. Через общих знакомых он раздобыл номер Инны Чуриковой, позвонил ей и предложил роль в дебютной картине «В огне брода нет». Актрисе предстояло сыграть на первый взгляд невзрачную медсестру Таню Теткину, у которой неожиданно открывается дар художницы. Инне Михайловне сценарий не понравился, да и сам Панфилов тоже. Она с трудом согласилась на личную встречу и уже потом с восторгом рассказывала, что влюбилась в режиссера в первую же минуту после того, как увидела. Он был старше, казался слишком взрослым, но обладал невероятным чувством юмора и добротой, которую редко встретишь в современном мире. Работа над картиной сблизила их. Влюбленная Чурикова будто летала по площадке. Ее талант, перед которым и раньше преклонялись многие, теперь не оставлял равнодушным никого. Продолжение следует.